Мало кто знает, но с сегодняшнего дня у команды KerchNET появилась своя собственная тренировочная база. По примеру топовых команд страны, эта тренировочная база снимается в центре Киева, и это отличная трехкомнатная квартира, оборудованная всем самым необходимым для лучшей игры. Позвольте мне представить вашему вниманию эту квартиру и познакомить вас с обитателями этого дома. Здесь у нас обитает лучшее имя команды KerchNET, это Барракуда. Привет! Вы вообще знаете, что вы натворили? Расскажи. Вы подложили мой покой, главного имера команды. Насколько я знаю, компьютеры еще не были привезены в эту квартиру. Я вижу у тебя здесь такой классный компьютер. Да. Этот компьютер я отжал у слабых пацанов в городе Запорожье и привез сюда. Угу. Компьютер очень мощный, фирмы Yamachines, очень серьезный. Он похож на компьютер нашего редактора Ксея, ты что-нибудь знаешь об этом? Нет, ничего не знаю, это не его компьютер. Угу. Я отжал его у пацанов. Хорошо, расскажи, как ты вообще переносишь слабости и трудности жизни в Киеве? Я знаю, что у тебя были какие-то проблемы со сном, с подушками. Как ты эту проблему решаешь? Эту проблему я решил очень просто. Я забрал с дома две самые топовые подушки, которую я делал по заказу, вот они, от Emporio Armani. Наверное, отдал много денег? Да, много денег отдал, по $100 за каждую. Класс. Это фирмачные подушки, на которых мне, я обеспечу от этих подушек, а им всей команде. Очень в общем, секрет. Подушки. Вот. Хорошо. Такие, советую всем. Спасибо за интервью. Не за что. Сейчас мы идем в комнату Имеров. Вот они уже вышли. Ребята. Я знаю, что компьютеры пока еще не были привезены. С чем вы занимаетесь сейчас на тренировочной базе KerchNET? Смотрим на новые девайсы. Новые девайсы? Что за новые девайсы? Коврик Zoe C. SK Gaming. Это новые девайсы, которые были куплены вами или их спонсировала команда? Нет, спасибо Дмитрию, там как-то Зеленченко. Ред. Благодарочка ему. Помогает, серьезно. Вам вообще нравится новая тренировочная база, где вы будете жить 10 лет, потому что паспорт как бы уже не ваш? Как конечно, вы вообще относитесь к этому? Конечно, отлично. Почти как дома. Ходим в зал, качаемся. Ну он так не ходит, чем он все время сидит. Я тоже каждый день тренируюсь. Я знаю, что царский учит английский, это правда? Потихоньку изучаю. Прочитай первый раз. Про спауна написано, он спаун пишет. Стихотворение I прочитаю. I want to use my gaming experience to develop products for all different types of gamers. Хорошо, спасибо, ребята, удачи вам. Спасибо. И сейчас мы перемещаемся в комнату, где живет, кто бы подумали. Да, здесь живет менеджер команды, это Red. Сейчас его нет здесь, потому что он отдыхает, и, как вы знаете, команда молодая, поэтому команде нужен опытный тренер, потому что команда может гулять, может нет тренировок. Поэтому давайте пройдем на кухню, где сейчас отдыхает тренер, и где собран наш центр, мозговой как бы штурм команды, наш тренер. Вот наш менеджер. Тренируйтесь. Мы, как видим, есть паспорта команды, насколько я знаю, их как бы конфисковали на 10 лет. А и вот наш мозговой центр. Здравствуйте всем. Думаем, что же делать над Дастом. Вот Эннами может быть здесь, может быть тут. Нам нужно придумать две четкие флешки, фастовые. Выход будет отсюда. Что же делать с Эннами, который будет на пленте? И за воротами. Это, как вы поняли, DAS-2. На трейн пока не хватило у нас финансирования. Газет. Как видите, работаем с тем, что вышло. Сломал пристройку. Что ты сделал? Ты сломал пристройку на Дасте. Ничего страшного, ну верни. Также, как вы можете заметить, команда ест только натуральную пищу. Это помидорчики и это сосиски виденские. Это лучшие сосиски, которые рекомендованы лучшим киберспортсменам города Запорожья, города Днепропетровска. И отличный тесак, который в случае чего оберегает команду от всяких невнуманных решений. Ваня, а что если вот я, заходя с пристроек на фастов, вот так вот на Б, и в планте будет слепой ворота, смотри, как она четко залетела. Она взорвалась вот тут. Она слепит плант и ворота. Как ты думаешь? Отличный раунд. Великолепный раунд. Просто гениально. Могу повторить, смотри.
И пока наши ребята готовятся к завтрашнему матчу против очень сильной команды Pink, я бы хотел еще вам показать наши удобства. Во-первых, это отличная ванная комната. Здесь в нашей ванной комнате есть отличный душ. Также, в отличие от некоторых топовых команд страны, есть отличная сауна. А в этой сауне живет у нас барракуда. Сейчас он занят очень важными тактическими делами, потому что лучший аимер, конечно же, должен помогать лучшему тактику Украины, но в следующих наших выпусках вы сможете увидеть его именно здесь. Также у нас есть отличный туалет. Туалет называется Толчок. И здесь тоже справляются лучшие тактики нашей команды. Андрей, смотри, чем нас проспонсировал менеджер наш, Дмитрий Зеленский, он же Red. Он нам купил одну часть от Дейферна, банан. Банан. Это банан. Банан. С него будут начинаться все наши главные тактики, все главные раскиды, с которыми мы познакомимся чуть-чуть позже, когда докупим всю карту. Но главная часть это банан. Все карты фермы. Ковры, банан. Вот, у нас менеджер еще больше просунул. Я вижу, вы сейчас активно тренируете карту до Инферно. Как ребята вообще готовы к игре на этой карте? Я на коврах очень чувствую себя уверенно. Хорошо, спасибо, ребята, за интервью, и я желаю вам удачи. Банан. Мы вернемся к вам в следующих выпусках нашей тренировочной базы эксклюзивно KerchNET. Читайте газету Картиса. И смотрите нас на www.kerchnet.com.